кем-то. Давай, я вообще верю, блядь. Лёня у нас друг. Ебать, видел, ты подозрал. Подъезжай, короче, едем на Фортуне. Это, девчонки стоят, короче, на остановке, понял, такие. Ну так быстро проезжай, быстренько, да, говорю, слушай, Лёня, ну-ка покажи-ка мастер-класс по ним, как девчонок цеплять, понял, и давай, говорит, я разворачиваю, так, короче, еду обратно, второе кольцо разворачиваю, еду, проезжаю, короче, такой, знаешь, разгоняюсь, блин, остановка-то раньше, блин, по тормозам, блин, кабочая, а там лужа, такая, я как оттуда, лужа, слушай, открываю, Лёня сзади сидит, короче, такой, открываю, он сидит, такой, на них, на мне, говорит, на них, не поделил, ты подосрал, я вот такой стоит, думаю, девчонки, что там, 21-й ждёте. Что-то 21-й день, тебе такие стоят, да пошли вы. Олег такой там тоже говорит, что-то учился, Олег такой. Поехали с нами, когда отца не будет. Да пошел ты нахуй. А тот чувак у нас на снабжении работает, с сумкой стоит. Да? А сколько тут идти, блядь? Может, они здесь живут, может, их отсюда возят. Через поле, да? А он, кстати, мадяр, он же местный. Может, они живут реально. Ты долго будешь морозиться или нет? Да, это он. А. Да не, серьезно, это он с маленькой. О, да, да, прикольно, да. С девочкой маленькой ходит, Серега, тусит нас уже будет. Она тоже там проверяющая. Да. Да, только без нас, я знаю, что мы выходим. Можно выйти покурить, нет? Это же такая ситуация. О, Samsung LG.